Всем привет, дорогие друзья автомобилисты. Один из подписчиков, как обычно, мне задает вопрос в комментариях. У него старый автомобиль еще конца 90-х годов, и когда включаешь кондиционер, обороты двигателя падают. На современном автомобиле уже предусмотрено это, и по специальным алгоритмам получается так, что обороты автоматически добавляются. Но на старых автомобилях этого, конечно же, нет. Получается, что обороты падают, и они на грани того, что двигатель вообще заглохнуть может. И вот человек у меня спрашивает: так может все-таки сделать так, чтобы обороты немножко поднять или самому подымать искусственно? Друзья мои, конечно же, это идеальный вариант. Если у вас есть возможность каким-то своим образом немного поднять обороты до 1000, до 1100 оборотов в минуту, именно в процессе, когда включается кондиционер, это вообще был бы идеальный вариант. Это именно как современные двигатели настроены, так они работают. Во-первых, тогда у вас и кондиционер лучше будет работать, и охлаждение будет проходить лучше, все-таки и помпа быстрее гоняет охлаждающую жидкость и всякое такое. По этой причине, конечно же, лучше всего сделать так, чтобы обороты поднялись. Ну а как это реализовать, друзья мои? Конечно же, все зависит от вашего автомобиля. Можно банально там что-то подкрутить, а можно просто искусственно поддерживать обороты, даже придерживая педаль газа. Ну, это уже совершенно отдельная тема. Надеюсь, данный видеоролик для вас оказался полезным. Я думаю, что для многих я ответил на важный вопрос. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем тогда нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, дорогие друзья. Всем пока.